Всем привет! С вами канал Артмани. Все заняты сбором коры. Ну ты сложи, там мы сейчас придем. Возьмем оттуда. Там еще полно. Вон еще. Клади туда. Кора. Кора. Мне даже ломать. Да кого? Вот. Да разламывать ее здесь не надо. Она лучше такая, с лицом горит. Без горы. Палочки эти пустые. Бабули нужны за растопку. Дима, тебе там другие палочки, зелененькие. Ты че? А это на растопку, маме. Сухие палочки. Вот, вот видишь, сколько много коры. Бедное деревце. Тут у него смотрится какая ребристая поверхность. Веточки, он тут полно коры. Старая кора. Это у нас груша. Тебе лестницу надо? Нет, не надо. Спасибо, Дим. Вот там я надо подать. Вон там. Тут если начать. А там, смотрите, еще выше. Вот тут вот вообще вон сколько. Сама она уже падает. И сейчас вы узнаете, зачем же мы все это собирали. Да, Дим? Зачем? Да. Что мама с этим будет делать? Ну, жарить. Жарить? Поджарить. Поджарить кору? Что-то интересное. Пишите в комментариях, как вы думаете. Что ж там такое интересное? Что ж будет делать с корою? Чего? Что делаешь? Вот. Коптить сейчас будем. Камушки положила, щепу мокрую положила. Вот она. Это берем. Так, какую мелкую? А, нет, крупную. Мелкую, низкую. Уже, видите, коптили. Все грязные. Опа. Ах, она не пойдет. Да, уже положили. Тут много. Ой, мамочки. Не с той стороны я ее закинула. Ну ладно. А? Да не разгораю. Это елочные иголки так горят сильно. Надо с другой стороны подкладываться. Ну вот. Так кипит. Буль-буль-буль-буль-буль. Коптим. Коптим, коптим. Вот сюда и понадобились. Он уже почти догорает. Есть, я просто свой кусок возьму. Свой кусок возьму. Который ты ела? Да.
Оно потемнело еще больше. Ты говоришь, не горько, да? Нет. В прошлом году тоже чуть-чуть горчил у нас. Похоже на ту копченую, которая в магазине продается? Ну, нет. Нет? Надо было сильнее солить. Вот такая вот у нас получилась курочка. Чернющая.